Сейчас я расскажу про травяные шапочки. Принцип их действия такой же совершенно, как у коврика. В данном случае мы держим шапочку питательную с корнем лопуха. Шапочка устроена следующим образом. Вот эта часть не пропускает воздух и влагу. Внутренняя же часть ее, наоборот, хорошо пропускает и воздух, и влагу. Между этими слоями находится растительный наполнитель, который можно заваривать. Шапочку можно использовать как в сухом виде, она прекрасно удерживает тепло. Также можно ее заваривать. Если мы ее заварим, то она становится действительно питательной, потому как в ее состав входит в данном случае корень лопуха, ромашка, иван-чай, лист смородины, березы лист, крапива. Просто понюхайте, это потрясающий аромат. Для банной процедуры, ну, просто сложно что-то более приятное придумать. Шапочку можно, как я уже сказал, использовать отдельно. Также можно ее пододевать и под обычную войлочную шапку, если в бане достаточно высокая температура. Я знаю, что многие любят париться при высокой температуре. Чтобы как заваривать шапочку, я покажу в одном из следующих видео.